Типа, это вот оказалось, это ты лёд. Бля, прикинь, прикинь, вживую такая картина была бы. Просто. Противник высаживает десант. Следите за небом. Спасибо. А, слева сел у нас. Размещаю мин. В секторе работает ППЛА противника. А! Ебать, ебать! Сука! Костя, где там, что там? Я тут просто отскочил чуть-чуть, одного убил. Да? Ну ладно, то я тогда зайду, можно? Противник начинает высадку. Он куда-то съебался, не могу понять куда. Вот он, контакт! Сука! Храните свой жетон, чтобы восстановить честь. Блять, какой я косорылый, ебал я эту винтовку, блять. Бля, у нас тут очень плотно. Надо по-любому дома стоять. На крыше у нас. У нас на крыше. Тип, который меня ёбнул. Кость, броня вот у тебя еще лежит. Ёбаный рот. Не заходи туда, там люди есть. Да, я понял. Вань, не ты пошел на склад. Вот он, на втором этаже убил. Блять, да как они так бегают просто? Блять. Больше его не теряйте. 10 секунд. Я не слышу в наушнике, просто у меня вокруг кто-то бегает. Пидорас, блядь. Ваша команда вошла в безопасную зону. Нету патронов, нету на двух оружий. Что происходит, блядь? Какой пиздец? Вздыхай быстрее. Да ты чё, прикалываешься? У меня на двух пушках закончилось. Я еще на выходе двоих завалил, чтобы ты понимал. Блядь. Они вызвали ППЛА. У Вани... Кость, ты видел, мы с тобой налупили, блядь, 6 человек. Все, ты уже летишь? Я просто сейчас тут пизды зайду получу. А у нас никого в доме? У нас в доме никого. Бать, что тут за ад был вообще? Вот он! Я на складе! Чувака! Yes. Я с него снял, но... Опять убили. Ну ебаный рот, ну как же они действуют? Ваш напарник снова в строю. Кость, пятерых. Внимание, мы засекли сигналы неприятельских станций связи в вашем районе. А ко мне никто не хочет вернуться, нет? Передача не прекратилась. Я на втором. Сейчас. Блять, хоть одно оружие какое-нибудь. Вань, там на первом этаже просто, блять, такой замес был. Контр-БПЛА. Кидаю гранату! Кость.
авиаудар. В укрытие. Авиаударом сишка взорвалась. Вань, ты где? Быстрее поднимай меня. Я не дам тебе умереть. В секторе работает БПЛА противника. Блядь, блядь, блядь! Сука! Отвечаю ваш бетон. Я без брони, у меня дохуячил. 25 секунд. А, меня вообще другой тип встретил, понял? Кость, ты там это, есть. Короче, 15 секунд. Ебать, у нас кости по 5 киллов, ты видел? 10, блядь. Тоже... Да. Куда мне лететь? Блять, Вань, в этом случае лучше на юг лети. Костя, типы у нас, да? Ох, ебать, тут везде, блять, народ. Ебать. Бать, я какого-то укомплектованного грохнул, и его Кент меня добил, блядь, я твою маму ебал, блядь. Сука. Так, Кость, меня впереди. Блядь, как я его не видел? Кость, ты в доме? Нет? Это что за замесы? Ваня, блядь, уже тоже, ну, точнее, целого человека набил. Ваня, ты должен правым стиком чуть быстрее работать вообще. Ты ходишь, ну, типа, осматривайся быстрее. Так не будет, с тобой так не будет никто сюсюкаться. Наша разведка выявляет угрозы. Противник начинает высадку. А куда делось все оружие вообще? Где трое? А, вот там, на складе. Будем их ждать. Противник устранил уязвимость. Шанс упущен. А гранатки есть какие-нибудь встретить, ребят, достойно? Ну только они сейчас пробегут. Вань, ты... Мы наносим минометный удар. А куда они попрятаться побежали? Или никуда? Ой, ты держи ту... О! Ага. Я взял свой патрончики. Вон он. Лезет наверх, на крышу. На какую? Еще один внизу. На складе. Готовься. Окно возвращения. Один на крышу поднялся, закроется. Другой внизу бегал. Да, вот, бежит сюда. Газ приближается. Где? Есть один. Есть один. 24 противника еще живы. Убейте их всех. Иду в эту точку. Не высовывайся туда. Костя, где броня твоя? На, где ты? Бегом. Ебать, семерых. Вот это у меня каточка. Восемь нахуй. О, пушат. Бегут сверху трое. Вот там я отметил. Раз, два. Раз, два, три. Тройка. С горы.
Теперь контакт! Блять, убил меня. На первом этаже. Зашел. Зашел на с первого этажа зашел. Тихо, у нас тут клеймор стоит. У него 297 уровень, болиголовым стреляет. Ты мы его рот с ебали. С ним же второй. Двое. Тройка зашла. Костя, окно пали. Блять, меня снайпер прошивает, хуй пойми откуда. С горы. Иди сюда, блять. Брони нет. Костя, блядь, с дробачом. Ну это было, у меня это была легендарная, 9 нахуй. Слушай, ну этот тип с огненным дробачом всю малину испортил. Так, я думаю, можно на этой крутой катке заканчивать. Блять, можешь ее сохранить? Стой. Не вырубайся!